Между тем, по факту прорыва плотины Ворошиловского водохранилища в Алматинской области прокуроры зарегистрировали уголовное дело по статье «Халатность», сообщает пресс-служба ведомства. Расследование будет вести областной департамент агентства по противодействию коррупции. К слову, плотина находилась на балансе регионального управления сельского хозяйства. Напомню, прорыв произошел в минувшие выходные. В результате больше 12 тысяч человек оказались в зоне риска подтопления. На месте экстренно развернули штаб, людей эвакуировали. 30 марта в Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища. В результате были наполнены чаши двух озер, нижестоящих по руслу реки Жармухамбет, и как следствие под угрозой подтопления оказалось два населенных пункта. Развернутым штабом и задействованными силами уполномоченных органов и волонтеров удалось не допустить трагических последствий. Вместе с тем, по результатам проведенного анализа, прокуратурой Алматинской области зарегистрировано уголовное дело по статье 371 Уголовного кодекса Республики Казахстан.